Сегодня в Ханты-Мансийске горела деревянная двухэтажка. Пожар сняли очевидцы на камеру мобильного телефона до приезда огнеборцев. Как нам рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Югре, этот дом был расселен. Его должны были снести. Сообщение о возгорании поступило днем в половине второго. Спустя несколько минут три пожарные машины были уже на месте. Там весь день работали дознаватели. Они сейчас устанавливают причину возгорания.